Вот что очень интересно, если вы посмотрите на беспокойство. Кошки, например, они беспокоятся. Кто любит кошек? Поднимите руки. А кто любит собачек? Итак, собачки. Собачки беспокоятся. Придете ли вы домой, вернется ли хозяин, или хозяин разозлился, может быть, разозлился на меня, на собачку. Что-то я сделала не так, собачка провинилась, или дадут ли мне еще покушать кошки? У меня ни разу не было кошечек, которые бы пришли ко мне на прием, вы знаете, которые бы страдали от беспокойства или повышенной тревожности. Нет, кошки, у них всего 4 мысли. Сколько держат кошек из вас, да? Ну вот, скажите мне, на самом деле, насколько я прав. Я считаю, что у кошек 4 мысли всего. И ни одна из этих мыслей не приводит к беспокойству. Значит, кошки не думают о том, набирают ли они избыточный вес, или что другие кошки думают по моему поводу. Или, может быть, я опаздываю и не сдам вовремя свой доклад. Или, может быть, я налоги не уплатила. Или, может быть, Боб на меня разозлился. Им наплевать, вообще наплевать на это. В общем-то, кошки, они такие, знаете, пофигисты. Они как мяукающая Будда. Первая мысль кошки — это «У меня все хорошо, чувствую себя прекрасно». Скорее всего, это, в общем-то, все 4 мысли, они, в общем, их можно свести к этой первой. Вот. На данный момент я чувствую себя хорошо. Ее будущее — это 12 секунд. И вот это вот здесь и сейчас мне хорошо. То есть вот это хорошо, это не очень хорошо. Если она плохо себя чувствует, она рычит, бурчит. Затем вторая мысль — это не очень хорошо. То есть первая мысль — мне хорошо, вторая мысль — мне нехорошо. Третья мысль, которая может возникнуть у кошки, это я хочу, а вот это я хочу. И четвертая мысль. А что следующее? Что дальше? Итак, это, в общем, сильно отличается от сознания собаки, потому что сознание собаки ближе к человеческому сознанию. Мы лучшие друзья, да, собаки наши лучшие друзья. Я что-то не так сделала, на меня разозлились. Вот о чем думает собака. Меня бросит, вернется ли хозяин, дадут мне еще покушать. А кошки вообще об этом не думают. Они могут... Вы можете думать, что кошка вас любит, но на самом деле она чувствует только вот эти 4 эмоции, 4 мысли она переживает. Хорошо, плохо... И вот, и все, фактически. Или рычит на вас. Правильно, да? Как хозяева кошек, да? Да?